Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео по боксу Линксиум. Как-то так. В этом видео я хочу дать вам немножечко информации. Я писала видео о том, что без вложений здесь не вывести. Значит, проект, друзья, без вложений. Я немножечко здесь запуталась. Во-первых, сайт иностранный, и не так немного я и поняла. Но сейчас хочу объяснить. Значит, когда у меня было на балансе 2 доллара, сейчас у меня доллар 82, я нажала вывести. И вот у меня как бы здесь было написано, чтобы я приобрела 2 пакета. Вот. Так. Я что не так, я поняла. Я думала, пакет, друзья, вот этот ранг. Вот. Кстати, обратите внимание, у меня сейчас не написано 2 пакета купить. Вот минимум 2 доллара. Сейчас мы сделаем с вами эксперимент. Но прежде я проинформирую вас, чтобы не путаться. Значит, я приобрела вот этот ранг 2. Это членство, как бы апгрейд. Он, друзья, идет по желанию. Его не обязательно покупать. Но я не знала, я купила. Ну, что поделать. Купила и купила. Теперь уже ничего не попишешь. Но, тем не менее, у меня рекламка теперь есть в этом 2 ранке по 5 центов. Вот эту дешевенькую я просмотрела. И вот у меня 4 рекламки. Обратите внимание, по 5 центов. А 5, 10 центов, 15, 20. Далее что? В обязательном порядке мы идем... Вопросы-ответы читаем. Вот вопросы-ответы. Кликаем сюда. И идем. Вот эта вкладочка. Вывод. Кликаем. Идем переводчик. Нажимаем русский язык. Что они нам пишут? Изымать вывод. Здесь в проекте мы используем так называемый модуль вклада. Это означает, что среди прочих требований, таких как минимальная сумма, которую вы можете снять, и количество дней между выводами, у нас, кроме того, есть еще одно требование для запроса на снятие средств. Во-первых, мы предоставляем все доходы для наших пользователей и не просим никаких внешних депозитов. То есть они не требуют пополнять, чтобы выполнить любое из наших требований. На каждый доллар, который вы хотите вывести, нам требуется один пакет прибыли. Пакеты прибыли доступны для покупки, и каждый пакет приносит прибыль их владельцев. Цена составляет 70 центов за один пакет, и они приносят в общей сложности 1 доллар США. Поэтому даже если мы требуем, чтобы пользователи получали пакеты прибыли при запросе их снятия, мы одновременно платим им за получение пакетов прибыли. Так, далее что? Еще по выводу. Первая минимальная сумма вывода составляет 2 доллара. И она будет увеличиваться еще на 2 доллара с каждым платным. Вот у меня я поставлю на вывод 2 доллара. Следующий вывод я смогу уже сделать 4 доллара. И вот в 2 доллара нужно приобрести 2 пакета. Значит, следовательно, следующий раз я смогу, как бы, мне нужно уже приобрести будет 4 пакета. Где брать, друзья, пакеты? Вот здесь справа, ой, слева, смотрите, вот у меня пакеты прибыли. Кликаем на циферку 1, и здесь мы можем купить вот этот пакет.
Я купила один пакет, доступен один раз в 10 дней. Вот. Значит, как покупать, не вкладывая свои денежные средства, друзья. Опять опускаемся ниже. Здесь есть обновить, изымать депозит. Кликаем, друзья, на депозит. И здесь, смотрите, вот здесь суммы. 1 доллар, 5, 10 и так далее. Я кликала, что на циферку 1. Потом перевод. И я с основного фонда. Основной, так. Сейчас, ну да, с майн баланса, как бы, да? О, да, майн баланс. Вот с этого моего баланса на вывод, вот он, я пополнилась еще на 2 доллара, чтобы приобрести пакет. Один кликнула, ну здесь нет цифры 2, два раза по 1 доллару, как бы, да? И вот у вас спишется, с этого баланса перейдет вот на этот, на баланс покупки. Значит, теперь давайте, друзья, сделаем эксперимент. Ну, я понятно, надеюсь, объяснила хотя бы, чтобы вы знали, что можно это все делать, работать абсолютно без вложений, зарабатывать денежки и уже из заработанных денежных средств покупать эти пакеты. Ну, здесь копеек нет, как бы, да, если... Значит, смотрите, у меня осталось 4 рекламки по 5 центов. Мне доллар 82. Я сейчас как раз просмотрю вот эту рекламку, поставлю на паузу. Как раз здесь 20 центов будет. 5, 10, 15, 20. И у меня на балансе будет 2 доллара. И я попробую поставить на вывод денежные средства. Все это проделать в режиме онлайн. Я просмотрела всю свою рекламку. Поднимаюсь выше. Доллар 82. Нажимаю кабинет. И у меня 2 доллара. Доступно к выводу. 2 значит 2. Больше здесь, как я поняла, вывести просто не дадут. Нажимаю вкладочку от зелененько «Вывод». Нет. Видите, у меня просит пакет. Мне нужно приобрести еще один пакет. Ничего у меня не получится вывести. Ну, значит, наберемся, друзья, терпения. Мне осталось уже сколько там, 8 дней до покупки второго пакета. Вот у меня один пока. Вот. Здесь идет вот таймер. И через 8 дней я приобрету еще один пакет. У меня как раз на балансе есть доллар. И если у меня получится, все это сделаю в режиме онлайн. Хотелось бы это все показать. Вот. Ну, надеюсь, моя информация была вам, друзья, полезна. Всем удачи, больших заработков. Спасибо за внимание. До новых встреч.